Доброго времени суток, уважаемые зрители! Сегодня мы делаем обзор по вновь вышедшей версии программы Photoshop Pro. Версия, вот она, как на этой картинке, 22.3. Ну что ж, вышла новая версия, хорошо, если она была бы действительно рабочая. Нам пришла вот такая вот картиночка, вот, открыточка, когда мы открыли прошлую версию. Версия у нас лицензионная была, и прошлая, и вот эта. Значит, но интерфейс нам прислали старый, на ту версию программы, которая была двадцаточка там. Ну что ж, темный, хорошо, удобный, приятно с ним работать. Здесь же, прежде чем мы начнем обзор непосредственно этой версии, когда мы получили эту открытку, то написали письмо разработчику, чтобы понять, а что же будет, вот видите, что они пишут. Встречайте новую версию, персональная скидка, обновлен дизайн интерфейса программы. У них был на предыдущей версии кошмарный, такой белый, жутковатый дизайн, от которого глаза лезли на лоб. Ну, хотели посмотреть, что здесь будет. Написали. Вот, что же у них с этим дизайном? В ответ нам пришло письмо, что начиная с 20-й версии, все, у них белый дизайн, и ребята, никаких дел. Написали им еще одно письмо, что можно ли поверх поставить предыдущие версии. Это же обновление, фактически, это не, ну, не версия программы, если у нас есть уже. Вот. Ну, ответа нету, попросили сделать нормальный пользовательский интерфейс. Ответа тоже не получили. Ну и решили все-таки купить. Хотя не хотели, честно сказать, не хотели покупать. Вот. Потому что тут добавлена длительность проекта под плеером. Она в старых версиях была. Потом они там перелопатили все, сделали. Черт знает что. Вот она, длительность плеера. Это вот если нормальный дизайн. Она была. А вот с 20-й версии, то, что они сделали кривой дизайн, это тогда поисчезало все. Ну, как она добавлена, длительность проекта под плеером? Когда она была, ребята, она же уже была там. Вот. Значит, это не сделано. Обновлен дизайн? Да не, он нифига не обновлен. Это вперед я забегаю. Улучшен модуль создания слайд-шоу за 5 минут. Ну, там кое-что так. Внедрена настройка скорости и громкости у видео. Да, ребята, она ж в прошлой версии была. Это ж фуфло полное. О чем вы говорите? Ну, вот, посмотрев на это безобразие, дальше, поглядев на сайте, что они тут предлагают, это мы сделали скриншотики. Преимущество обновления Photoshop. Самое совершенное, в два раза дешевле. Чего? Непонятно. Создание анимированных карт. Они были карты. Реалистичное оживление. Было, эффекты появления, было, добавление видеороликов, вот добавление видеороликов в этажи, каталог видеофонов. Да, это тут они немножко добавили, я покажу позже. Слои маски, ну это все было, то есть ничего мы нового-то не получили. Так, ну и вот здесь мы уже не раз это говорили, это не версия, версия премиум только. Неограниченное количество слайдов. Сразу скажу, фиг вам, какие вы слайды будете делать, зависит от этого, а то и пару слайдов не отрендерит. 400 переходов эффектов и титров, ну, может и есть там, кто их считал. Мощный редактор анимации слайдов, сейчас прям, ага. Создание слайд-шоу в 3D форматах, ну, вот, в 30 форматах. Запись на диске, добавление видео, это все было, коллекция музыки, вот это, все это было. Ну и специальное предложение, скидка 65%, плюс 150 шаблонов слайд-шоу, вот, и плюс 980, ну 150, не 150, мы их не считали, но покажем, что они там предложили, 980 рублей. Сразу скажу, программа дрянь, настоящая дрянь, к покупке мы ее не рекомендуем, хуже, чем предыдущая версия. И это мы обоснуем в дальнейшей программе. Создавал ее разработчик Антон Павловича Чехова. В
Было такое произведение, палата номер 6, там были пациенты. Так вот, именно пациенты из этой палаты создавали вот эту вот версию программы, но по-другому никак не скажешь. Им дали краски, белила, валики, кисточки, и они занялись мазнёй. Работой с программой они не занимались. Ну, немножко грязи еще набрали, кое-где не беленького, а серенького добавили. Это кошмар какой-то, это не программа, это ужас, который в ночи может присниться. Это вот для тех, у кого программа была. Так, теперь закрываем это нафиг. Значит, и открываем вот здесь. А это для обычных пользователей, ну, то есть скидка 1860. Если нам 980, то тут в два раза дороже. Ну, ребята, 3100 рублей. Вот это вот, все это мусорное произведение искусства не стоит. Вот 310 рублей убрать нолик, красная цена ему. Мы купили, чтобы посмотреть, честно сказать, жалеем. За 980 рублей бутылку неплохого коньяка можно было бы купить. Армянского даже, пятерочки по акции. Вот. Но не такую дрянь. Поэтому это на желающего. Это не антиреклама, это жизнь. Сейчас мы все покажем. Значит, закрываем и это мусорное произведение искусства. Теперь покажем, почему мы относимся к этому произведению искусства вот так. Photoshop Pro, вот открываем, версия 22.3. Ну, тупит, она еще открывается хреново у нас. Так, ну и что мы решили создать? Слайд-шоу за 5 минут, они же нам ныли, что тут они что-то сделали. И видите, простые, строгие, яркие, праздничные. Ну, все белые, глаза ребят, но чуть-чуть серенького добавлено. Видно, в цинковые белила грязи добавили. К этому вернемся потом. Вот интерфейсик. А-ля улю, лови гусей, ломай глаза. Вот. Вот она уже и повисла нафиг. Вот так вот. Ctrl, Alt. Дел. Диспетчер задачи. Да нафиг. Снять задачу. Пока с ними. И покажем нормальные программы. Вот пишут разработчики, что они сделали аналог чуть не лучше Protodex прошлого продюсера. Смотрите, Protodex прошлого продюсера. Ну, открывается чуть-чуть у нас позамедленнее, по одной простой причине. Но интерфейс приятно работать. Вот это профессиональная программа создания презентаций. Значит, почему у нас похуже открывается, я вам объясню. Вот эффект сейчас нажимаем. Вот. У нас крутится побольше, потому что много уж мы понаставили. Не раз мы уже говорили об этом. Что вот смотрите, у нас стили слайдов, их здесь 5250 штук, было под 6000. И переходы. Было 1500, осталось 1000. Вот нормальная программа. Работай, не хочу. Правда, разработчик ее забросил. Но смотрите, какой приятный интерфейс. Ну, нифига не хотят учиться. Эти ребята, они, во-первых, были переселены из Ярославского хутора в палату номер 6, эти разработчики. Теперь Movavi или Movavi, как правильно, слайдер-шоу. Ну вот, смотрите, наши отечественные ребята, наши, российские, сделали программу. Ну вот интерфейс. Мастер создания слайд-шоу, можно нажать создать слайд-шоу, вот, добавить файлы, все, закроем нафиг, опять откроется. Ну, ёкаломаны, ну вот это тоже, ну пусть она чуть-чуть попроще там, ну ее же тоже будут развивать, ну красота. Ну, я не буду уже PowerDirector, другие открывать, и покажу профессиональные редакторы. Вот есть 4 профессиональных редактора создания видео. Сейчас первый считается Adobe Premiere, Vegas, потом Edius и новая программа DaVinci. Я на примере Vegas. Вот у нас не самая крайняя версия, 16-я. Ну, это профессиональная программа видеомонтажа.
Я просто хочу показать интерфейсы. Ребят, ну вот эти вот, из палаты номер 6, ну что они никогда не видели, как делают профессионалы? Как же приятно работать. Ну, неважно, интерфейс может быть сложный сам по себе, еще что-то. Но для глаз-то как приятно работать. Открываем теперь вот эти страдания, чтобы их... Фотошоу 2.22.3. Точка 3, вернее. Ёлки-палки. А открывать, во-первых, слайд-шоу за 5 минут. Вот. Простые и строгие. Нажимаем. Нафиг оно нужно, вот это вот. Ну, сделали, ты сделали. Ты бог с ним. Вот. Вот тут простые, строгие. А теперь еще раз нажмем. И яркие, и праздничные. А тут все есть. Универсальный, детский, классический, молодежный, праздничный, путешествия, свадебные, тематические. Ну и что? И ну и пользовательский. Ну это наше, что мы сделали. Ну и что? Только в глазах рябит от этой деятельности. А так-то что они сделали? Ну я не знаю. Ну кошмар какой-то. Ну и открываем новый проект. Ага. Удобно работать прямо. Обдолбайся, как удобно. Вот здесь, правда, они сереньким чуть-чуть сделали. Грязи добавили, видно. Белила, я уже говорил, и здесь сделали. Так, смотрим. То есть, нифига, и там-то особо не сделано, как красиво у них написано, только не сделано, ни шута. Почему я говорю дрянь программа? Потому что нифига не сделали. Они фактически продали предыдущую версию, поменяв просто циферки. Ну, это ужасно. Дальше файл открываем. Ну, здесь все как и было. Правка, проект, слайд, настройки, все как и были. Ну, и справка о том, какая программа и так далее. То есть тут нифига особо нет. Файлы. Ну, файлы, то, что мы открываем. И теперь. Вот эффекты, переходы, музыка видны. Но сохранить видео утащили сюда. Здесь голубенькая полосочка такая, синенькая, уж не так режет. Ну, а тут-то, конечно, по глазам шурует прилично. И открываем. Это вот называется, если человек первый раз пользуется, а где же коллажи, где же наши заставки, где все это есть? Нет, ребята, оказывается, это как молодежь говорит, квест. А я говорю, и кот Тимофей говорит, загадки, титры открываем, и вот тут титры, коллажи, заставки. О как! Не хухры-мухры, то есть надо угадать, где все это находится. Вот. Ну, ладно, здесь что можно сказать? Ну, можно каждый шаблон, ну, эти ноты, примерно, называем, вот эти вот, вот, это пасхальные, это с днем рождения мужику, это 8 марта, ну, так удобно, я ничего не скажу, этот столбик удобный, вот, еще категории, ну, и тут они, все категории, вот этот столбик они сделали удобный, но это, собственно, не работа с программой, это украшательство, вот. Зимние забавы, можно не лазить по всему, а надо, вот тебе заставочки выбрал. Так, ну это заставки, не там я, надо было выше. Вот. Ну это в коллажике нажмем, потом в заставки вернемся. Вот еще категории. Можно было все одним столбом. Вот шаблоны к 8 марта. Ну, этот удобный столбик, ничего не... Но общий идиотизм не заменяет отдельные положительные моменты. Хорошо, здесь более-менее ясно. Заставочки. Ну, заставочки. Вот они, все есть ли заставки. И нашим, и вашим. Но мы интересуемся, их заставки нас особо не интересуют. Наши заставки интересуют. Так,
Ну, здесь хотя бы остались номера или названия наших заставок. Вот, слава богу, здесь ничего поломать особо им не удалось. Здесь вот сереньким покрасили, чтобы не так било. Здесь вот тоже сереньким покрасили, и здесь сереньким. А то ж белое было вообще кошмар. Но серое тоже не очень, но серо-синее, ну, какое-то это. Ну, понятно, палата номер 6, вот, из пациентов Ярославского хутора, она сделать лучше не могла. Я ничего. Какие претензии могут быть к пациентам палаты номер 6? Не хотите, не покупайте, если так вот, по-хорошему. А что покупать, да, можно прошлого продюсера пользоваться, и этим мусором не пользоваться. И еще масса программ для создания презентации. Той же Movavi, их притом две для видео, для этого. Ну, программ много. Без этого барахла много программ. Вот. Но они же не работали с этим вот совсем. Вот смотрите. Косячок, который был, тот и остался. Вот смотрите, наши заставочки. Все мы тут как бы делаем, работаем, их много, этих заставок. Можно будет зайти посмотреть, сколько их, но это не принципиально. И теперь смотрите, хотим быстро передвинуть заставки. Вот эта косячара как была, так и осталась. Никто ее и даже и не собирался убирать. Все, валявлю, гони гусей, программа вылетела. Открываем заново. Опять новый проект. Это вот прям в самом начале. Ну, что тут сделаешь? Так, этот жутчайший косячара мы показали. Дальше скинем сейчас. Косяки самой программы. Теперь вот он. Мы сейчас, значит, так сделаем. И в переходы зайдем. Вот все переходы стандартные. Ну, переходы есть. Это, я не знаю, было, не было, новые. 3D, градиенты, современные, двойные. Ну, это ладно. Все тут, что было, то и осталось. Зимние, хорошие, это отдельно мы покупали. И вот пользовательские выползли. И смотрите. Пользовательские переходы, они у нас все были там под названием. Часть пронумерована, часть под названием. Все постерли нафиг. Ну и где теперь какой переход искать? Спасибо, ребята, огромное спасибо, что вы такой бедлам навели в пользовательских переходах. То есть, или картинки бы сделали программу так, чтобы картинки выводились, тогда понятно, какие переходы. Или оставили бы здесь вот под каждым переходиком было его название. Блин, все поубрали. Ну, слов нету. Палата номер 6. Еще что хочу вам показать. Пока дальше-то. Вот два огромнейших косяка уже есть. Значит, мы еще вот папочки, вот эти вот две вам покажем. Ну, это вот коллажи, где они все стоят, наши коллажики. Ну, то есть то, что мы прикупили, нам дали всего 741 коллаж. Ну, мы покупали, нам они присылали. Вот, вот столько вот коллажиков у нас, довольно много. Уже вот то, что они нам прислали, вот эти вот новые, особо и не надо, я объясню сейчас почему. Опа, а она вон. Значит, значит, коллажи и новые программы. Вот то, что они нам прислали. Вот прислали 12 комплектов. Из них половина приблизительно у нас уже была. И сама программа, вот файл установочный. Ну, архивы были, мы это разархивировали, ключи, все это они прислали, как положено. Вот.
и сама программа, файл-установщик, и вот к этим видеофонам, про которые они там пишут. Вот копия здесь, что они нам благодарим и так далее. Вот ваш подарок. С днем рождения мужику, навстречу лету, классический отпуск, элегантные, свадебные, школьные премиум, река времени, зимние, дыхание, универсальные, дачные, ретро-отбор. 12 комплектов. Ну, половина приблизительно у нас была, поэтому что их устанавливать. И ссылка на набор видеофона. Это все есть. Это как бы без вопросов. То есть это все это есть. То есть тут, это мы просто упустили момент, здесь все пароли, все явки, все работает. Вот. Ну, поехали дальше. Так, здесь тоже понятно, что, ребята, и шить как хотите, это ваши проблемы, это не наши. Фифекты. Ну, фифекты здесь есть. Не знаю, добавили что-то, не добавили. Ну, вроде добавили, может, а может и не добавили. Бог ее знает. Так. Ну, теперь вам покажем, значит, файлы, титры. Файлы. Добавить. Вот это удалим из проекта. Удалить из проекта и попробуем поработать. Вот. Ну, редактировать слайд. Ну, как покойный Булдаков говорил. Ну, конечно, беленькое, годливенькое такое. Вот. Ну, что теперь сделаешь? Шрифтики тоже не очень. Ну, ладно, терпеть кое-как можно. Ну, что сделаешь? Ну, разработчик такой. К сожалению, буржуины, заокеанские, европейские, очень много наших хороших айтишников переманили. И невзирая ни на какие коллизии, они там работают, зарабатывают хорошо. Недавно только опомнились наши власти о том, что... А мы-то оказались без хороших айтишников. Вот где располагаются вот те фоны, которые устанавливаются еще одним установщиком. Вот оно, видео. Заливка, вон, видео, изображение, текстура, градиент, заливка. Ну, и вот здесь вот видео. Вот эти видосики, которые мы доустановили. Сколько их? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, вроде все посчитал. Если семь, то 21. Это три, четыре, пять, шесть. Ну, это седьмой, да, 21 фончик. Ну, вот можно ради приличия такое установить. А здесь слайд. Взять этот пока, погасить. Это у нас там музон идет, что-то мое вырвано. Ну вот, музик. Ну так, ничего, фончики. На безрыбье рак колбаса. Так. Не надо ничего добавлять. Вот. Отмена. Редактировать слайд. Сейчас что здесь делаем? Зайдем в слой. И громкость. Это все было. Они вот пишут. Можно повторить, а можно и не повторять. Хватит тут. У нас сколько слайд? 14 секунд. Да хватит, чтобы показать. Так. Убираем громкость на 0. Ну, чтобы оно не рычало нам, не мешало. Стоп. Или сразу можно показать, что еще здесь есть, собственно говоря, выделяем слайд. Ну, тут что было, то и осталось. Нифига тут ничего особо нет. Слой. Обрезать, кадрировать, заменить, уменьшить, растянуть, увеличить и так далее. Все, что было, то и осталось. Ничего. Вот, выбрать маску в анимации. Да ничего тоже нового.
для видео не осталось. Ну, сочность, контраст, экспозиция. Да, что-то там, конечно, можно фотку добавить. Добавить слой. Фотографию. Посмотреть что-нибудь. Вон, красивую новогоднюю. Вот так вот. Открыть. Ну, растянем фоточку. Она выделена. Так. Вот здесь отражение. Все нормально, как положено. Слой. Отражение, свечение, редактор, кадрировать. Ну, редактор, посмотрим, что тут. Режим настройки, четкость. Ну, все, что было, то и осталось. Эффекты для фотографий. Хорошо, другое. Минитирование, свечение, размытие. Отмена. То есть ничего нового. Здесь вот написано новая рамка. Ребят, ну это же было в предыдущих версиях. Выбрать рамку. Ну вот они, все эти рамки. Я не знаю, может, какую новую пририсовали рамку. Ну, у меня ощущение создается, что они все были. Тут нет новых, нифига. Вот почему я и говорю, продают нам старую версию, поменяв циферки. Втирают, что это новое. Ну и анимация возьмем к видео, что касается. Ну здесь то же самое все. Я ничего здесь пока нового не вижу. Появление, скрытие, добавить. Ключевые кадрики. Копировать. Это метелочка. Картиночка. Центр поворота. Все, что было, все и осталось. Это сразу, чтобы показать. Здесь, что у нас. А, извиняйте, нифига нету тоже. Добавить слой. Фотографии, фото с оживлением, карта была, видео было. Ну, видео с прозрачностью, это на хуторе или в палате номер 6, это видео с альфа-каналом. Вот. Ну, ничего, ребята, лет через 10, мы уже не доживем до этого, когда не поумнеет. Анимированный надпись, 3D, светящийся слой маска, слой видео маска, эффект снегопада, другие эффекты. Эффекты свечения, клипарт, засветки текстуры, фигуры. Все, что было, то и осталось. Ничего нового тоже нету. Ну, я так и не знаю. Что же у них нового-то тут появилось? Ну, эффекты слайда. Давайте снегопад добавим. Так, снег. Ну-ка, какой там снег у нас? Ага, ну вот снег. Ну и фиг с ним. Эффект снегопад. Ничего не надо добавлять. Эффект. Снег. Вот, снежные хлопья. Направление и так далее. Настройка. Какая была, та и осталась. Так, и что здесь? Сохранить как новый пресет. Можно сохранить. Удалить пресет. Ну, пресеты, крупные снежинки, крупные фиолинки. Так, можно. А теперь можно наши. Вот, снежные хлопья. Ну, вот можно сохранять теперь как новые пресеты. Вот. Наши. Ну, это не актуально теперь. Новый год уже закончился. Зима. Пока добавлять не будем. Это наши эффекты. Вот. Поэтому для нас это не актуально. К следующему Новому году, если Бог даст дожить, тогда уже добавим и создадим новые пресеты, чтобы их можно было уже как-то смотреть. Ну, тут ничего мы не видим. Звуки. Звук не выбран, звук выбран, выбрать звук, запись микрофона, коллекция звука, выбрать файл. Это кому надо. Так. Отменяем. А, у нас, наверное, останется здесь. Да, стоп. Стоп. Вот. Теперь покажем еще один косячок.
но прям уникальный, который тоже они не хотят пройти. То есть работы с программным кодом как таковой у них нет, добавления нового чего-то нету, ну там чуть-чуть перекрасили, где-то чуть-чуть резиночкой потерли, что-то добавили немножечко. Ну, так, видео с прозрачностью. Вот почему я сейчас вам покажу. Мы вообще плюнули на все это. Мои видеозаписи. И где-то у нас тут это, футажи персонажей. Мов. Вот. Вот у нас Крамаров танцует. Открыть. Ну, мы его сейчас раздвинем. Вот так вот его опустим с одной стороны. Здесь теперь дублировать сделаем. С другой стороны. То есть у нас будет основное видео, и мы здесь поместим три видео, которые с альфа-каналом. Ну, видео, надо сказать, непростые все-таки. Они айвишные, хотя и не очень тяжелые, но это для профессиональных программ. А для этой-то, для этого горе без ума открыть, конечно, тяжело. Вот. Ну, вот так вот. Разместим троих персонажей и нажмем сохранить. Так, посмотрим. Оттанцуют. А, забыл. Стоп. Надо убрать слайд, mp4, mp4 слой, забыл, чтобы музона-то не было, сохранить, а то он не дает нам. Ну вот прыгает, уже замер один. А, мы еще неправильно сделали. Стоп. Редактировать. Надо же, они коротенькие. Ну, и мы уже старые. Так, где тут проверить? А, вот, повторять воспроизведение. Раз. Слайд. Отражение повторять. Маленькие теперь, тысячи синенькие. Господи, для нас это катастрофа. Крамаров танцует. Повторять. Ну, интерфейс Г, поэтому тут вот не видишь сразу. И сохранить. Сейчас посмотрим. Ну, вот теперь они должны весь слайд прыгать у нас. Это не для того, чтобы сделать красивую картинку, а просто показать, насколько все это отстойно, помойно. Вот. Ну и теперь что делаем? Один слайд вытянет или нет? Сохранить видео. Проект. Напишем 11. Здесь поставим. Ну и заодно посмотрим, что тут может. МП, АВИ, МКВ, ну тут и вот появился кодек 265. Ну, еще форматы. Так. Формат вывода много, спорить не будем. Насколько хорошо, бог ее знает. Но мы в MP4 делаем экспертные настройки. 25. Оставим 20. К сожалению, у них вот тут только грустная. Здесь поставим 60, 59, 94 нету. И вот в Mojave есть,
примеру, наша отечественная программа уже 4К, а здесь вот только Full HD. Ну, как есть, так есть. 60, 1920, 48, стерео, ну и здесь 320 поставим. Вот, применяем. И сохранить видео. А что у нас, 11? Ну, заменить, заменяем. И ждем. Дождались. Не тянет. Ну вот еще один косяк. Все остальные косяки, которые были в программе, они там все остались. Перечислять их не будем. Искать какую-то новизну не будем. Наш вывод такой. Мы зря потратили деньги. Никому не рекомендуем ее покупать. Вот. И более того, ну это ужас, приснившийся в ночи. Вот так вот. Это не программа, это что-то страшное. Отстой какой-то, полный отстой. То есть, ну, я не знаю, как можно, ну, уже дошли до того, что просто на версии меняют название и говорят, что она новая. Вот это наши разработчики. Но одно только, перенесли Ярославский хутор в палату номер 6 этих разработчиков. Все. Другому ничего сказать нельзя. Поэтому наша... Кто хочет выкидывать эти деньги? Мы выкинули. Ума-то нет, решили попробовать. Вот выкинули деньги. Но вообще, я считаю, зря. Кот Тимофеев уговорил меня все-таки. Я бы лучше коньяк купил. Вот. Ну все, на этом будем заканчивать. Счастливо, всего хорошего. До новых встреч. Вот, дай Бог вам всего хорошего в нашей тяжелой жизни и не таких жутчайших программ. Спасибо за внимание.